Школьная форма в наши дни – это вовсе не коричневое платье с белыми фартуками для девочек и синие костюмы для мальчиков. Выбрать цвет, фасон и ткань, а также фирму производителя могут сами учебные заведения совместно с родителями. Сегодня те, кто шьет форму для школьников, показывали свою продукцию представителям школ столицы. В коллекции для учащихся школ – брюки, юбки, сарафаны, блузки, сорочки, жилеты и кардиганы. Одним словом, одежда на любой вкус. Основные цвета – серый и синий. С вступлением в силу нового федерального закона об образовании 1 сентября 2013 года всем школам страны рекомендовано перейти на школьную форму. Никаких жестких единых требований к цвету и комплекту одежды не предъявляется. Единственное, что подчеркивается особо – внешний вид и одежда школьников должны соответствовать принятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. В нашем регионе родители, конечно же, очень заинтересованы в соотношении цены и качества. То есть для них должна быть оптимизация цены, для того, чтобы у них по бюджету все для ребенка упаковать в школу, все хватило. И, соответственно, чтобы он в течение года проносил этот костюм с удовольствием. Задумываться о школьной форме нужно не в августе перед началом учебного года, а как минимум в апреле. В этом сходится мнение производителей и заказчиков. Но наплыв почему-то приходится на середину лета, говорят представители фирм-производителей. Главный критерий в выборе школьной формы для третьего лицея города Чебоксары – это индивидуальность. Одежда школьников должна отличаться от всех остальных. Об этом рассказала замдиректора по учебно-воспитательной работе. У нас вообще у лицея своя фишка. У нас нет единой формы, у нас общепринятый дресс-код. Соблюдать, конечно, не получается полностью, поэтому, собственно, я здесь, чтобы посмотреть и, может быть, что-то интересненькое взять для наших детей. Ну, такая школа у нас уникальная. И родители, и дети, да и учителя, собственно, они никоим образом не хотят быть похожими на всех. Хочется что-то свое. Цена на школьную форму от производителей Чувашии разная. Костюм для мальчиков можно приобрести от 800 рублей и выше. Для девочек стартовая цена 1300 рублей. Все зависит от комплектации и качества одежды. Форма от чувашских фирм уже носится в наших школах. Но познакомиться еще раз с новым ассортиментом было не лишним, заметили представители учебных заведений. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.